Закончив с крышей и с капотом, вот еще нашлись на заднем крыле, вот он залом, на дверях, на передних, вот передняя водительская дверь, там два заломчика, еще пару-тройку заломчиков, вот здесь вмятинки, вот здесь какая-то кашица, вот из вмятинок, здесь заломчик, вот здесь заломчик. На дверях, ну и так далее. Там по мелочи кое-где есть, вот на крыше. Надо их поправить. Ну, начнем с заднего правого крылышка. Оно тоже, кстати, крашеное. Переход вот сюда наверх. Сейчас я попытаюсь снять, если удастся. Вот видно по шагрени, что вот здесь вот переход. По лаку был сделан, его видно. Ну, видно тем, кто соображает. Вот, видно. А здесь уже мелкая шагрень. Вот место перехода по лаку. Ну, это как бы мелочи. Вот. Начнем заниматься вот этой частью и вот этими двумя вмятинками. Вот она, наша крылышко. И вот такая вот, сантиметров 15 заломчик. Скорее всего, что такая травмочка была получена дверью от соседнего автомобиля, когда неаккуратно ее открыли. Вот ей сейчас мы и займемся. Тут вот маленький скольчик есть. Вот. А пришлось вот здесь отверстие просверлить. Вот оно видно. Чтобы добраться сюда. И когда я добрался, я понял, что вот эта складка получилась из-за того, что тут как раз край наклеенный обезшумки. Вот, так что не так-то все будет просто. Вот, придется очень медленно, потихонечку эту складку выглаживать. Ну, зато доступ инструмента как бы есть хороший и обзор хороший. Ну что, продолжаем ковыряться. Ему хотелось запеть или сделать. Ну вот, пришлось чуть лишнего подергаться клеевыми грибочками, а теперь подразбить. Вот. Сделан заломчик. Вот эта коцка, конечно, скол краски от удара никуда не делся. Сейчас посмотрим в лампочке. Вот с одной поверхности стороны, теперь с другой. Головоломки почти вчистую разобрали. Ну вот и все. Ремонт окончен. Коцку, конечно, не уберешь, но ничего. На финише вот это отверстие мовилем и вставляем сюда пробочку. Вот как-то так все это выглядит. Ненавязчиво подтеки эти стираем тряпочкой.
лишнее. Вот. И вот так это все выглядит. Если кому-то придется еще раз залазить, уже отверстие есть, и заглушечка есть. Поработал, опять вставил на место, и никаких проблем. Вот и все, финиш с этим заломом. Следующий момент. Вот эти вмятины. Снимается фонарик. Вот таких на 10 три болтушочка. Вот изнутри здесь карманчик специально сделан. И вот так это все отходит. Убираем тут пару разъемчиков воткнуто. Снимаем фонарь. И через это место есть доступ к этим вмятинкам. Я почему не хочу их рвать клеем? Потому что они незначительные. И второй момент, что тут ремонтная зона. Ремонтировалась, крыло вскрывалось. Дай бог, если лаком. А вдруг, если шпаклевка. Зачем рисковать? Еще один немаловажный моментик. Здесь вот лампочки у нас находятся. И вот папы, мамы я не нашел здесь. Видно, оно дальше, не хочу разбирать. Вот смотрим. Проводочки. Верхняя лампочка. Вторая пониже. Третья. Вот с красным. И здесь. Лампочки уже по-хорошему поменять. Они аж черные. Вполне возможно, еще заводские. Чтобы потом не думать, где какая лампочка, где какие проводочки. Вот мы их берем, видим, что здесь фишечка верхняя вот такая. Это серенькая, это черненькая, это вот более темная с этого края и более светлая вот это. То есть как бы находим варианты, алгоритм установки. Вот светлая, чуть темней, это черная, это серая, это светло-серая. Вот. И теперь уже при сборке не перепутаешь. Вот тут такая кашица из вмятинок. Их тут много, но они мелкие. Видно, или что-то ставили. Как бы такая неспокойная поверхность. Сейчас попробую с холодным подсветить. Вот так, по-моему. Ух ты, отклеилась сейчас, секунду. Вот. Надо все эти вмятинки подправить, чтобы было все аккуратненько. Здесь почему-то к финишу со светом не удается мне побороться, чтобы было видно. Ну так в лампе видно все хорошо, нормально. То есть работать можно. Зашел в будущее, а там всюду колоски, булки, пирожки, плюшки, ватрушки, пончики. Все пахнет так, что одуреть мог съесть. Что тут было? Бублик у меня отняли, по шее мне надавали, да еще на 3 месяца засадили в кутузку. Вытерев рукавом слезы и немного успокоившись, Козлик спросил: ты куда пойдешь теперь? Сам не знаю, ответил Незнайка.